Сильва нашел свою дистанцию, и поединок сразу стал заметно конкурентнее. Вот здесь у Сильвы получается хорошая комбинация, серия ударов в голову. В целом в этом раунде Андерсон успешно попадал ударами рук, Израиль действовал не так активно. Третий и последний раунд этого поединка. У Сильвы на лице появились гематомы. Надо сказать, что бойцы много финтили и застаивались без ударов. В середине раунда прошла серия обоюдных дальних ударов. В конце раунда — объятие в знак уважения. Что можно сказать по этому поединку в итоге? Адесани был точнее и активнее. В итоге все судьи отдали победу как раз-таки Адесани единогласным решением. Напомню, Сильве 43 года, и для ветерана это очень хорошее выступление. Молодость против опыта — классическое противостояние. Поединок прошел на одном дыхании, и, надо сказать, это было здорово. Слова после поединка. Давайте начнем с Израиля Адесани. «Сумасшествие! Я испытал сегодня примерно то же самое, что испытывал бы мальчик, которому дали бы поиграть в баскетбол против Майкла Джордана. Андерсон, спасибо тебе! Ты был в игре очень долго, и я ценю твои заслуги. Роб, поправляйся. Келлен, сними с себя пояс, это смешно». Напомню, что Гастелум появился на турнире с поясом чемпиона. А теперь давайте послушаем слова Андерсона Сильвы. «Я очень счастлив, ребята. Прежде всего, спасибо Богу за то, что дал мне шанс еще раз выйти сюда и показать лучшее, что у меня есть. Я люблю свою работу. Спасибо каждому человеку, кто пришел сюда сегодня, кто посмотрел этот бой по телевизору. Спасибо вам», — сказал Андерсон Сильва. Пишите свои эмоции, за кого вы болели, переживали. И, конечно, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. У нас сегодня еще много интересного.